Бой начинается. Нарик, Марк, ты поешь, Анатолий? Давайте я, Анатолий, поешь. Давай. Сюда Марка, туда Марк едет. Марк туда поехал. Можно было, конечно, выйти зарашить, потому что у них СТ-шек много. Ну ладно. Сказали вот почве 203 отсюда же, чтоб шел сюда. Так, они-то почти всей толпой сюда. Я сразу сюда еду под горочку. Ой, хорошо, блядь. Ребята, начинаем вот отсюда заходить вот так вот. ПТ-шками. Только СТ-шка 40-го. Ребят, 263, подкатываемся сюда. СТ-шек, СТ-шек отстреливаем сначала. Ребят, вот эти танки сюда тоже подходим, вот сюда. 263, подходим сюда. Ребят, 263 прям вот отсюда выходим, блядь, забираем вот этого бата. Он едет меня забирать. Не пробил. Верхвод контужен. Скорость движения и поворотов снижена. Выходим, выходим прям и забираем его сразу. Отлично, еще один. Марк, ну тут тебе смысла уже стоять нету, едь сюда дальше. Ребят, 263 прям вот отсюда заходим им в жопу. Можно сверху прям. Давай. Вот это альфа прошла, 480. Ребят, вот эти танки ломаем в городе. На СТ-шек пока забили, ломаем вот эти танки в городе, все вместе. Забейте на СТ, СТ не могут тяжем помочь. Только тяжи работаем. Хорошо, ребятки, все, сейчас все вместе заходим и ломаем их. 10 секунд, сейчас помогу. Все, все, 5 секунд, сейчас помогу. Блин, орудие убили, а? Хорошо. Бат, давай, бат, давай подкатывайся сюда. Ребят, ПТ тоже сюда подкатываемся. Начинаем, начинаем, прям вот так. Идем по низу города и начинаем их разваливать. Не стоит. Бля, я даже пострелять не успеваю. Не стоит прогибаться, это извините. Бля, это заебали вообще всех убивать. Ну конечно, ПТ 13 секунд, когда это круто. Нормально. У меня 9. А, 23, наверное. Да. А что 13? 14? Ну 13,6. Нет, 13,9. Бля. Нет, сейчас не возьму.